Армена Джигарханяна срочно госпитализировали в столичную клинику. Уже пятый раз за этот год народный артист нуждается в неотложном медицинской помощи в условиях стационара. 13 октября Армен Джигарханян срочно госпитализирован. Диагноз актера не разглашается. Однако известно, что его состояние оценивается как при заболевании средней тяжести, то есть не представляющего явной угрозы. По словам адвоката Джигарханяна, артист не может присутствовать в качестве свидетеля на слушании уголовного дела его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, которое должно состояться в суде 22 октября. Юрист Евгений Парфенов и ранее заявлял, что его клиент недостаточно здоров, чтобы участвовать в процессе. Кроме того, адвокат призвал представителей массовой информации не беспокоить его клиента и пообещал лично сообщать прессе все необходимые факты. Напомним, здоровье Джигарханяна значительно ухудшилось из-за преступных действий его бывшей молодой жены, которая, по свидетельству источников, изначально надеялась обобрать супруга после развода. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!